Я говорил, что наши, ну, враги, это грубо сказано, они объединяются против Спартака. Когда Спартак играет с кем-то, Сергей Николаевич знает, приезжают из других городов, даже из Ленинграда приезжали, объединялись с киевлянами, чтобы болеть против Спартака. А вы-то, ну, почти одной крови. Нижний Новгород, ну, и спартаковцы, можете объединиться, можете ходить на трибуны и болеть за вашу команду. Это, по-моему, это было бы правильно и здорово.